вот мне нравится здесь гулять. Возле аквапарка. О, как красиво, потолок такой. Вон медуза Горгона. Не пойдем, не пойдем. Говоришь, куда идти? Хорошая территория такая, мне нравится. Мама, постой. Дай руку. Даю, даю, даю. А, красиво же, правда? Доченька, красиво здесь? Скажи, красиво. Аквапарчик. Или ты у нас просто настроение сегодня хорошее? Поэтому мы прям такие воодушевленные идем. Слушай, заработал фонтан. Посмотри, какая красота. Он, разве? Он не работал. Это аквапарк, вот вход, да? Олимпия, да? Да. Кафешка, кафешка, кафешка. Уже вечереет. Ты мороженое хотела? Надо? 6 шариков, смотри. Здесь 6 шариков по 100 рублей, а везде по 5 шариков, а здесь 6. Почему ты не прихотела? Почему ты прихотела? Какие-то рубашки прикольные тут, кстати. Хорошие стоят какие-то рубашечки такие. Давай. Черепашки, так мало осталось. А мне хочется. Малюпасики. Я снимаю тут видосы и заодно шазамлю музыку, которая на фоне играет в этих торговых рядах. Потом же каждая песня или какой-то запах или что-то еще напоминает же зимой, вот именно как ты провел лето. Словно комната наполняется вот той атмосферой, которая вот сейчас царит. Этим вечером, например, играла та или иная песенка. И когда она зазвучит снова зимой, мы снова окунемся в этот колорит. Летнее. Летнее наслаждение. И тут рыбки такие же тоже. Значит, рыбки 5 минут 250 рублей. 10 минут 350 рублей, ну и выше. Дальше что-то я не помню цены, не обратила внимания. Ау. Давай еще раз. Лаванда, горная лаванда, наших встреч с тобой, синие цветы. Давай сфотографируем. Аккуратно. Я тебя уже сфоткала. Ой, даже еще видео сняла. Так я ж наоборот по-хорошему назвала его. Чебурашечка. Чебуратор. Чебуратор, сказала на него. Терминатор Чебуратор. А, да, значит, апельсин раздается, да? Наверное. Да, наш Чебурашка в магазине работает. Ура, Чебурашка. Ой, здесь Чебурашек так много. У нас тоже дома Чебурашка живет, да? Да. Это у нас. И в автобусе он с нами ехал, да? Ага. И спал. И рисовал. И говорил. Смотрел в окошко. Да. Много чего он там выделал. Я его никогда не выкину. Баба, понятно тебе? Я и не собиралась его выкидывать. Да что, он же хороший. Он же хороший. Красивые цветочки фиолетовые. Давай кадр тебе красивый сделаем. Давай обойдем этот кустик. А, вон там есть впереди.